Как вы думаете, что это? Вы пока подумайте, а я вам расскажу, что я уже только что скушала, и вот у меня пустая чашка. Что я делаю? Я пока вам не скажу, что это, но я это очень люблю. И я считаю, что это самый питательный продукт. А я, Яна Людовик, всю жизнь занимаюсь тем, что изучаю все время самую полезную пищу. И мы с моим мужем Ростиславом стараемся это все кушать. Вот. Так, немного просыпала. Мой муж любит это кушать сырым, а я его завариваю. Поэтому я немножко ему оставляю. Вот, и сейчас я вам покажу, как я это запариваю. У нас вот такой вот термопот. Так вот его замешиваю. Кстати, очень удобно, могу порекомендовать, что чайником мы перестали пользоваться, хоть он у нас вот стоит. Вот я его так замешаю, завариваю и под платочек сейчас его поставлю. Вы пока что можете подумать, а что это может быть. Я его сейчас блюдечком прикрою. Вот, и буду следующую порцию ожидать, пока она будет готова. Так, вот тут у нас, кстати, аджика. Очень интересный продукт, очень вкусный. Вот, но мы ее еще пока сами не готовим. Итак, у нас здесь есть, вот, помимо всего прочего, семечки, которые мы покупаем. Это тыквенные. Вот. Могу сказать, что это источник магний В6, который вообще-то даже приписывали как недостаточное в организме и рекомендовали в аптеку идти. Но у нас же аптека своя. И в прошлом видео мы показывали, как замочена была пшеница. Сегодня вот видите как, ростки. И ее можно так скушать, а можно на кофемолочку и сделать муку, так как мы вам показывали. Сейчас у меня эта мука уже в баночке, видите? Вот, и мы можем ехать куда-то с собой взять, и у нас готовый прекрасный завтрак, обед и ужин, если кому нужно. Из пророщенной пшеницы чистейшее можно просто себе добавить там водичку, и будет хороший суп. Будет все отлично. Так, и все-таки мне хотелось бы вам сказать, да, кстати, тут у меня уже перерощенная гречка, я ее вчера со стевией не доела, вот сегодня уже буду доедать. Итак, я вам хочу все-таки сказать, что же это я вам предложила посмотреть. Так, ну, спрятала я так, что не могу найти сама. Итак, пока будет загадка, напишите мне, что вы считаете, что это такое на самом деле. В следующий раз я вам найду то, что я так запрятала, и вам покажу. Всего доброго.